Христос говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Какие важные и своевременные для каждого периода истории слова Христа Спасителя. Мы как бы исповедуемся, мы приходим на исповедь, мы называем свои грехи, но каемся ли мы? Приносим ли мы действительно достойные плоды покаяния? Ведь именно к этому зовет нас Христос. «Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния», открывает нам эту истину Святое Евангелие. А мы с вами продолжаем разделять людей на хороших и нехороших, добрых и злых, тем самым подвергая еще большему себя удалению от Святой и Соборной Апостольской Церкви. Мы с вами не должны никого осуждать. «Не судите, да не судимы будете», говорит нам Спаситель. Вот поэтому, дорогие, хотелось бы сегодня напомнить вам простую истину. Нет хороших и плохих людей. Есть люди внутри Церкви, и есть люди за ее пределами, за оградой церковной. Итак, люди, которые живут внутри церкви, это люди, которые живут под благодатным покровом Божьей Матери, которые исповедуют свои грехи, приходят в Божьи храмы, усиливаются над исправлением. Они участвуют в таинствах причащения святого тела и крови Господа, нашего Иисуса Христа, и через то получают благодатную силу бороться с грехом. А теперь представьте, люди, которые в храм не ходят, они живут без этой благодатной помощи. Они не исповедуют грехи свои, они говорят: «Ну, живем как все, еще хотим жить получше, в грехах, но еще лучше, еще комфортнее, еще богаче, еще с большим количеством удовольствий телесных и всевозможных чувственных наслаждений», и продолжают еще дальше удаляться от церкви. Хорошо это или плохо, не нам судить. Но мы должны понять, что если человек вне храма, вне церкви, вне литургии, вне воскресного богослужения, он уже безблагодатный человек, хотел бы он того или нет. И вот эти муки человеческой суеты он несет, переживает, волнуется, страдает, болеет, переживает, издыхает от этого непосильного гнета, скорбей и печалей, и жаждет веры, но о ней не просит. Вот он жаждет веры, что-то ж надо делать. Может быть, к бабке сходить, может быть, еще где-то погадать сходить, а может, астрологический прогноз открыть, а может, просто погулять, а может, друзей собрать, вина купить, погулять, поесть, повеселиться. Ну вот уже веселились, Новый год и прочие праздники, а оно все равно не легче. Человеку вне церкви легче быть не может. Не случайно Киприан Карфагенский говорил: «Кому церковь не мать, тому и Бог не отец». А значит, ты не можешь получить это отеческое благословение, если ты вне церкви Христовой, потому что основал церковь сам Христос, и люди церкви – это люди другие. Но вот вопрос: а почему же люди крещенные, казалось бы, и в храм ходят, и Богу молятся, почему каждый раз исповедуется? Разве что одного раза не хватит? Ну, поисповедался однажды, и достаточно. И вот здесь скажем несколько слов о том, насколько имеет огромную разницу исповедь и покаяние. Исповедь – это перечисление своих грехов. И как часто у нас с вами бывает, что мы подойдем к священнику, перечислим их и думаем, что вот этот юридический акт вот-вот исполнится. Священник положит на нашу главу епитрахиль, прочитает молитву, и вот где ушел святой. В следующий раз, если нагрешу, ну опять приду, батюшке покаюсь. Внешние люди, вне церкви, они так и говорят: «Хорошо вам, православный, греши, греши, а потом приди к батюшке, перечисли грехи, и вышел святой». А мы так не умеем. И начинают причины перечислять, почему они в церковь не ходят. Так в чем же разница? Неужели действительно исповедь – это и есть покаяние? И вот здесь со всей ответственностью нужно сказать – нет. Покаяние – это изменение. В переводе это слово означает метаноя, перемена ума. Сначала нужно научиться по-другому думать, по-другому мыслить.
а потом приучать к этой перемене мысли свое сердце. И вот уже сердцу Бог дает ведение, как правильно поступить в той или иной жизненной ситуации. Потому что ты будешь думать о том, что ты христианин, что ты пред Богом ходишь, как ходил Авраам. Авраам ходил пред Богом, и это вменилось ему в праведность. Почему? Что значит ходить пред Богом? Это значит, что Он всегда на меня смотрит, и никогда о Нем не должен забывать. Не только в храме Он вот на меня смотрит с образов, с икон, и Богородица взирает на меня. Нет, я выхожу, никуда Бог не делся, Он везде сы и вся исполняет. На остановке, за рулем, в машине, дома, на работе, в кругу друзей, в кругу врагов. Господи, Ты всегда со мной. И вот сегодня хор пел: «С нами Бог, разумейте и покоряйтесь, яко с нами Бог». А когда Он с нами, а когда без нас? Когда мы без Него. Вот тогда и отступает от нас Господь. А если ты будешь, как Авраам, ходить и всегда знать, что Он взирает на тебя, как любящий отец, не строгий надсмотрщик, а любящий отец, который любит своих детей именно за то, что они слушают своего родителя. И тебе нравится быть послушным своему папе и маме. Ты вырастаешь сам, и этому же учишь своих детей и внуков: слушайте папу и маму. Так Бог сказал: чти отца твоего и мать. И тебе же будет благо, и долголетен будешь на земле. Дети не слушаются, мы огорчаемся, иногда даже наказываем детей. А что же делать, если сами-то Бога не слушаем? Забываем, что Он всегда с нами, Бог. Мне сегодня вспомнился один фрагмент из удивительного романа Федора Михайловича Достоевского под названием «Идиот». Монолог князя Мышкина. Вот это было покаяние, вот это было намерение исправить свою жизнь, когда он рассказывал о неком человеке, хотя он как бы рассказывал о самом авторе, которого приговорили к смертной казни через расстреляние, как написано. И оставалось всего минут 20. И начали распределять для того, чтобы подвести к трем вкопанным столбам, которые находились буквально в нескольких метрах от целой группы приговоренных к смерти. Вышли солдаты, забила барабанная дробь, и по три человека стали выводить для того, чтобы накинуть на них балахоны, мешки и расстрелять. Вот это реальное ощущение близости смерти пробуждает такое чувство покаяния, что Мышкин поделился этим чувством. Что он переживал? Вот остается минут 5 или 6. Он решил разделить эти 6 минут на 3 части. В первые 2 минуты он решил подумать о своих товарищах, вспомнить о них. Во вторые 2 вспомнить о себе, немножко о себе подумать. И в третьи просто посмотреть вокруг перед смертью. Перед тем, как ему одеть эти балахоны, он еще смотрит вокруг, а пока подходит, он посмотрел на своих товарищей, вспомнил свои диалоги с ними, постарался всех простить. Потом он подумал о себе. Он подумал: неужели это все? Я молодой, мне 27 лет. Жить бы и жить, а здесь вот я есть, и больше меня не будет. И я превращусь в ничто. А потом он решил посмотреть вокруг, как и распределил эти на 3 части последние минуты жизни. Он посмотрел и увидел золотой купол рядом стоящего собора, от которого лучи солнца, как сейчас, наверное, отражались так ярко, что он подумал: наверное, вот сейчас я сольюсь с этим солнечным светом, который отражается от куполов. А потом настало время, ему уже захотелось, чтобы его поскорее расстреляли. Этот человек про себя в последнюю минуту подумал: ах, если бы еще хоть немного пожить, я бы всю свою жизнь в целую вечность превратил, ни одной бы минуточки напрасно не потратил. Я привел этот монолог не случайно. Мы ценим жизнь только тогда, когда стоим на грани смерти и жизни. Вот так оценил жизнь разбойник на кресте.
когда, понимая, что все, он уже прибит ко кресту, но рядом с ним Христос, он просит: «Помяни меня, Господи, когда ты придешь во Царствие Твое, потому что я недостоин быть в Твоем Царстве Небесном. Я человек грешный». А Христос говорит ему: «За это как раз-таки покаяние. Нынче же будешь со мной в раю». Вспомним покаяние Закхея. Вспомним покаяние Петра, который, даже отрекшись, трижды исповедует Иисуса Господом. Поэтому, дорогие, запомните, как только мы согрешаем, мы удаляем себя от церкви. И когда ты думаешь или говоришь с людьми: «А вы же ходил в церковь, они же были верующие. Посмотрите, что с ними стало». Вот что с ними стало? Они просто ушли. Они были с нами. Оттого мы и знаем, что не все наши. Они были с нами, но вышли от нас. Потому и знаем, говорит апостол Павел, что не все наши. Наши – это сегодня на литургии. Наши – это сегодня у чаши Христовой. Наши – сегодня поисповедавшиеся и положившие начало покаяния. «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Нам нужно принести плоды, то есть курил – не кури, матерился – даже не стой среди матершинников, блудил – даже глазам не позволяй себе смотреть на эти зрелища, ни на телевизоре, ни на рекламе, ни в телефоне, ты же знаешь, что там сейчас появится. Борись, это ж все победа. Победа из побед – это победа над собой. Вот к чему зовет нас Христос: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», дорогие братья и сестры. И это Царство может наступить в любую минуту для нас. А мы забываем князя Мышкина. Я вот для того вам и привел его, чтобы мы вот эти минуточки жизни своей смыслом наполняли, думали о хорошем, думали о высоком, о Боге, о добрых делах, а потом эти добрые дела потихонечку превратятся в добродетели. А если будем о злом думать, эти злые помыслы нам так повредят, что мы станем рабами страстей, потому что последователи злых помыслов – это страсти, а последователи добрых мыслей – добродетели. Запомните эти слова. Итак, если мы каемся, то не просто называем грехи свои, а все делаем для того, чтобы после исповеди к названным грехам не возвращаться, тем более, если мы уже знаем их, и они болью легли на нашу душу, как раны. Вот эти раны, пока мы живы, нужно и изгладить покаянием. «Покаяние отверзими двери жизнодавчи», будем петь мы Великим постом. Поэтому, дорогие мои, поздравляю всех вас с воскресеньем и желаю вам исправления, пока еще есть время. Каждую минуточку нашей жизни наполним радостью, верой, надеждой, любовью, и жизнь нашу в целую вечность притворим. Забудешь эти слова? Посмотри на солнце. Бог поднимает солнце, светило свое, чтобы оно светило на праведных и грешных, и дождь посылает, чтобы на тех и других Он окроплял благой своей. Бог такую радость нам дал в окружающем мире, что мы просто ее не замечаем, привыкли ко всему, а потому и перестали верить. Заходим, постояли, помолились, разошлись и забыли, где были. А мы должны, наоборот, укрепиться в церкви, помолившись Богу, причастившись, и выйти в воины Христовы. Не с автоматами, с байрактарами, а с мечом духовным и шлемом спасения, с которым выйдем и будем бороться со своими «хочу», со своими страстями, со своими грехами юности своей, чтобы больше их не повторять. С каждым днем хоть на одну ступенечку лучше становиться, подниматься, подниматься. А ведь конца у этой ступенечки нету. Конец уходит в небо. Поэтому есть ради чего потрудиться. Потому что там небесное царство, которое приблизилось, сказал Христос. А туда без покаяния никто не поднимется. Видели икону Страшного Суда? Там с этой лестницы все падают. И миряне, и священники, и архиереи, и патриархи падают с этой лестницы. Поэтому не смотрите ни на кого, сами спасайтесь. И как сказал один из старцев: «Если ты исповедал грехи свои
И даже если тебя исповедал не только твой духовник, но и все духовники мира, все архиереи и все патриархи, но ты не принес покаяние, то есть не принес изменения, на деле не исправился, то не послужит тебе это исповедание во спасение. Понимаете, как важно вот собираться вместе, не откладывать на потом. Будем каждое воскресенье ничего не планировать, собираться вместе. Единой церкви, внутри ее, а не вне. Тогда здесь сам Бог поможет нам исправиться и даст нам благодатную силу. Аминь.